пройдемся по составам. Вот давайте с судейского корпуса я и начну представлять главных действующих город Минск. Ну и давайте по командам пройдемся. По традиции с гостей начинаю. Футбольный клуб «Барановичи». В воротах номер 1 Даниил Шапко. 54-й Егор Генералов. 7-й номер капитан команды и лучший бомбардир первой лиги — это Юрий Клочков. 8-й Даниил Беговский. 10-й матчем, наверное, это афиша центральная в этом 28-м туре. «Барановичи» начинают эту игру. Разводят мяч с центра поля. И сразу так, как бывало, что Днепр был командой лифтом. Клочков мяч отбирает. Трибуны оживают. Клочков штрафной. Пас. Можно здесь бить. Неудобно. Будет ли удар еще? Есть удар. Блокируют удар футболисты «Баранович». В первом круге там не все, на мой взгляд, у Днепра получалось. И мне казалось, снова команда где-то на место 4-5. Но вот летом очень преобразилась команда Вячеслава Геращенко. Тем временем Забелин, бей, Кирилл, есть удар, заблокирован. Илья Кирко заблокировал удар, пас. Днепр, готовится позиционная атака, судя по всему. А вот здесь неплохо, здесь очень даже неплохо все может быть, нужно решать. Шапко забрал этот мяч намертво. Заброс мяча вперед. Ну, мяч в поле все-таки остался. Ну, как же так? Клочков бьет! Гол! 1-0. Ошибка игроков «Барановичи» и Юрий Клочков открывает счет в этом матче. Днепр впереди 1-0. 19-й мяч для Юрия Клочкова. Вот это настоящий лидер. Подкараулил ошибку и пробил. Очень здорово пробил. Грубейшая ошибка. Атака Днепра. И дальше, посмотрите, она развивается. Пас Клочков. Клочков! Прострел! Как же мяч в ворота-то не попадает, а?